Всем здрасте! Рад приветствовать на другой жизни. Пока ехали к себе в деревню, засняли этих лисят. Бегали по дороге, мы остановились, они даже не убежали, они даже не испугались, они не пуганы совсем. Причина бегать не по дороге, там на обочине свалка, помойка. Они там что-то жрут. Соответственно, машины людей не боятся, выбегают на дорогу, соответственно, попадают под эти самые машины. То есть не очень все хорошо. И свалки, то есть тем более эти. Вот. Лисят-то в этом не виноваты. Мамашки замечено не было. О, ну так, конечно, прикольно. Смеялся над ними. Бегают прям вокруг меня, пофигу. У нас что? У нас, ребят, продолжаются чудо-поля. Но мы не можем их не подолбить, грубо говоря, не поискать на них ничего. Кто здесь бывал, кто знает, скосили полностью закуток вот этот. Даже вот такие карманы сделали, видите, за мной. Здесь ходили давным-давно, и то по высокой траве что-то находили, но трава была действительно высокая. Сейчас полазим здесь, у нас 2 дня есть, полазим там. Жара чуть-чуть спала. Ветер, облака, но очень много слепней, прям мрак. Вон, у тети Любы что-то звенит. Уже конину какую-то достали, но это все ладно. Вот, полазим, конечно же, пока сейчас. Сейчас, если дожди пойдут, трава вся опять заново вырастет. Но тут, конечно, было море находок. Мы здесь по этим полям лазили безвылазно. Ну, кто канал смотрит, тот знает, пару, а то и 3 лет, что ли. Она помягче, да, дожди были, сейчас пролили чуть-чуть. Когда облачка вообще хорошо, 20 градусов по крайнему, по термометру. Вот. Гуляйте с нами, дышите воздухом. Вперед. Вот здесь этот закуток, который я говорил, здесь была дорога, одна из. Ну и первый толковый сигнальчик. Ой, маленькая-то какая. Угу. Обручалочка медная. Малюсенькая. Вон, мне на мизинец, наверное, не налезет. Давай померим. Нет, только вон. До сих вот. Пальчики были, да? У тебя на мизинец залезает. Слушайте, красота, конечно. Телочки стоят. Роллы коровьи, как я их называл. Вот. Трактора их иногда приезжают, убирают. Правда, здесь были не замечены, но были замечены. Встречу, да, навстречу проехал. Откуда, непонятно. Вот. Ну, замечательно, просто замечательно. Интересно, скосили ли 3-е поле. Потом. Если вот так туда заглянуть. Да нафиг сидеть кусты, я тебе лучше проеду он кругом на машине. Здесь я катаюсь, не хочу. Везде сухо. Вот здесь вообще поля достаточно такие. Здесь промоин всяких луж скрытых и прочей хрени хватает. Кто не знает, тут может залететь. Я как бы, вот, допустим, вот здесь обычно, вот здесь вот большая промоина. Ну, сейчас все высохло. Жара стояла какая. Поедем, потом посмотрим. Друзья, сейчас чуть-чуть прошли вот здесь. Тишина, пробки только с железом. Ну и наконец-то в этом летнем сезоне первая чешуйка. Опять солнце, ничего не видно. Ну, короче, это, скорее всего, Михаил Федорович. Ну, кроме Михаила, я там ничего не разобрал. Вот такая. А ты это у тебя это? А я тубус-то не брал. Ухо. Ух, какой жужу пролетел. Фу. Вали отсюда. Солнце вылезает, сразу на нас начинает долбать. Сейчас вон те доплывут. Ну да. Красота. Ну, короче, поздравляем нас. Мы поздравляем нас с первой чешуей этим летом. Сегодня у нас какой-то там июля начало. Фух, красота. Особенно, когда ветер. Ага. А сохран просто суперский. А, здесь патинка-то это. Угу. Короче, следующая находочка, 3 копейки, совет, 49-й год. Такое вот, я не знаю, шоколадная она, не шоколадная, это такая вот она патина здесь попадается, очень интересно. Ну, видишь, я где-то чиркнула. Ну, здесь. Бывает. Красота. Трактор катается, приезжает, забирает. Вилки
увозят. Ну, пока сегодня что-то не очень густо. Время у нас еще есть. Конина у тебя еще, да? Ну, да. Угу. Красота среди бегущих. Сигналы. Вот как вот здесь была, фанила почва. Вот. Ну, это понятно. Я хожу с Неловской катушкой со здоровой. Отвык от нее. Тяжеленная. Ну, это просто отвык. Я году, по-моему, в 2017, что ли, или 18-м. Целый год по лесам с ней отлазил. Вы представляете, сюда эту те же, а было пофигу. Здесь и болтаемся. Потом еще одно место надо проверить, там тоже выкос такой больше, чем обычно. Ну, то есть места, где трактор цепанул, больше. То есть их, конечно, стараемся прозванивать обязательно. Жаль, машина за нами сама ездить не может, как в кино. Мы идем, а она бы за нами так ехала бы. С водой, с вещами. Но пока нет такого. Битая. Ну, здесь, да, медная монета, здесь мрак. То ли Николай, то ли Александр. Последний чекан. Чье перо? Непонятно. А если его отпустить, оно полетит. А у нас следующий. Находочка, зеленый кружок. Совсем зеленый? Совсем зеленый. Солнышко сошло хорошо, облаков натянуло. Там замечательно. Фу. Да не, совсем зеленый. Денежка. Денежка? А что значит денежка? Деньга ты имеешь в виду? Нет, именно денежка, помнишь, такая была? Помню. Убитая, конечно. Вот. Деньга. А, деньга. Это деньга формата капусты двушки Александровской. Здесь их много, но они все убитые. К нам бежит тучка, а мы от нее уходим. У нас такая находочка очень похожа на застежечку от книги или что-то типа того. Естественно, сломанная. Эх, был бы лес, было бы все по-другому. Но лес нет. Не, лес есть, вот он. Но там пройти, мы сколько лет пытаемся, там болото, к сожалению. Как, други, закрутились ветры, злые, погода резко поменялась, действительно ветер сильный, но сейчас комфортно, он всех насекомых сдувает, чуть-чуть переехали, там что-то все замолчало, смотрим, как вот я и говорил, чуть раньше раз выкос, чуть-чуть, видите, вглубь зашла, и там вот еще один, вот здесь ходил, деньга. Серебра пока не дают. Вот, еще я тут нашел обломок. Господи. Вот мой друг склероз-то. Забыл. На веретено, которое снизу надевается. Прясло, господи, во. Обломочек. Но это мы в конце покажем. О. Пока больше ничего нет. Но это не беда, все равно найдем. Вот и находились мы сегодня. С непривычки прям. Ну, мы сегодня ночью не особо спали. Приехали в 4, что ли. Спать или в 5 скачили, в 8 или в 8:30, потому что пчелами надо было заниматься. Вот, потом, естественно, поехали днем копаться под солнышком, под ветрами. Ну, вы все видели. Это называется, а видео, наверное, так и назовем, «Чудо-поля возвращения», что ли. Не были здесь очень давно. Так вот, кругом пошли. Были находки еще, ну, такие, то есть, рядовые. Сейчас мы все покажем, то есть, как и раньше. Завтра тоже будет времени немного. Я думаю, что мы опять же сюда приедем. Посмотрите, здесь тоже скосили. Здесь последние несколько лет была очень высокая трава. А ближе к кустам, вот здесь,
В общем-то, это распаханные дома. И в свое время чешую находили, и всякой всячины, очень много интересностей. Смотрите ранние видео, там есть это все. Ну а Бог нам сегодня и земляной дед послал кусочек сыра. Смотрим. Вот такой сегодня уловчик. Монеточки есть, но монетки здесь только вот серебро, чешуйка. Михаил Федорович, по-моему, да? Угу. Да, Михаил Федорович. Колечко, обручалочка. Ну, и чистить будем, но я думаю, что они будут убиты. Да нет, она выглядит вполне себе. Посмотрим. Ух ты, какой у нее сбитый чеком-то. Да? Да, она 49-го года и прям в сторону. Смотри, где крыло. Да, второго вообще не видно. А, видите, да? Вот такой сегодня выход. Ну, в принципе, как обычный рядовой выход на полях чудес. Но иногда они выкидывают очень интересные находки. Завтра приедем, вот здесь походим. Ну, еще где-нибудь походим, еще пока не знаю. Ну, здесь была эта скотина, Петровская дорога вот здесь. Ну, и дома распаханы. Ну, вот эти дома распаханы, они вот здесь стояли? Да. В ту сторону шла Петровская дорога. Имеется в виду времен Петра Первого. Петра находки. Первого. Вот, прям вот так вот были. А, вот так вот в свое время. Нет, Николая Первого была дорога. Вот на тот куст. Я уже много раз рассказывал, что здесь на этих полях можно отслеживать, кто как ходил в какие года по находкам. То есть если здесь сесть, прям карту нарисовать, то прям будет видно. Вот здесь где этот куст? Я так понимаю, конюшня была или что-то типа того, потому что очень много конин и очень много интересных было тоже находочек. Ага, вот интересно, что в конюшне делала медаль на коронацию Николая II? Ну, это рядом валялось. Серебряная. Серебряная, да. В общем, как-то так. Спасибо, что гуляли с нами сегодня. Спасибо, что подписываетесь, ставите пальчики. Спасибо, что вы с нами. Всем здоровья. В этот прекрасный вечер. Поменьше мошки. Уже язык заплетается. Ну, короче, всем пока.